Оппозиционному белорусскому журналисту Роману Протасевичу предъявили обвинения в организации массовых беспорядков, действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды и розни. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора. Он добавил, что выясняются источники финансирования телеграм-канала «Нехта», сооснователем которого был Протасевич. В Беларуси это СМИ признано экстремистским. Сам Протасевич в ходе организованного властями брифинга сказал, что прекрасно себя чувствует, его никто не бил, и он готов пройти независимую медэкспертизу. По словам журналиста, он намерен и дальше помогать следствию, сотрудничать с которым его не принуждали. Роман Протасевич был задержан в аэропорту Минска вместе с россиянкой Софьей Сапегой после принудительной посадки самолета, которым они направлялись в Вильнюс. Страны ЕС назвали случившееся актом государственного воздушного пиратства.